Приветствую всех на канале Notic. Сегодня мы откроем ноутбук Asus VivoBook 15 S533. Здесь установлен процессор Intel Core i7 из поколения Tiger Lake, 16 ГБ оперативной памяти и мультимедийная видеокарта MX350. В принципе, это такой же корпус, как и у предыдущего S533, изменилась только начинка, но вроде в этот раз подтянули дисплей, потому что здесь установлена матрица 300 нит. Что по цветопередаче, я не знаю. На этом тоже не написано, но я выбрал его в том числе и в таком цвете, чтобы посмотрели. Потому что, смотрите, это вроде как красный, но он на самом деле переливается. Вот под таким светом он больше похож на какой-то малиновый. Но выглядит прикольно, очень сочно. Мы смотрели, по-моему, зеленый был. Итак, что у нас есть? Не очень тонкие рамки, но в принципе окей. Клавиатура нормальная, тачпад небольшой, есть цифровой блок, кнопка включения нажимается так же, как все остальные кнопки, это не очень удобно. Что меня немножко смущает, это серебристые клавиши и белая светодиодная подсветка. Оно обычно сливается и не очень удобно этим пользоваться, только если вокруг не ограниченная тьма. В принципе, ну ладно, это не столь важно, это нужно смотреть в любом случае. Ноутбук у нас вроде как целиком сделан из алюминиевого сплава, но это классический ноутбук из линейки S. Выглядит прикольно. Мультимедийная начинка, посмотрим, как оно все работает. Давайте для начала еще глянем на адаптер питания, почему-то я про него забыл. А это всегда интересно, о многом говорит. Так, ну это стандартный асусский блок питания на 65 Вт, даже так могу сказать. Да, на 65 Вт. То есть у нас ноутбук вроде как должен быть не суперпроизводительный, но что-то из него можно будет выжать. Все, на этом я откланяюсь, пойду его тестировать. О, смотрите, Thunderbolt, значит есть Power Delivery, значит можно его заряжать от USB-C, и это хорошо. Вот. И 2 USB 2.0. Ну, Asus, как всегда. Ладно, в любом случае, я буду его тестировать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Instagram. И увидимся в обзоре этого ноутбука.